Доброго раночку усім, хто до нас приєднався у цій порі. Про весну, моду та стиль поговоримо із фешн-блогером, креативною стилісткою прямо зараз. Знайомтесь, Юлія Пилипюк. Привіт, дівчата! Добре утро! Отож, один із найтрендовіших аксесуарів завжди був, є і буде актуальним. Погоджуєтеся? Шийна хустка. По моему мнению, это вообще самый вот аксессуар, который вне времени, вне стиля, вне рамок каких-то, потому что он подходит абсолютно всем, просто его нужно уметь правильно носить. Тобто, маючи у своєму гардеробі хоча б одну шийну хустку, можна експериментувати і постійно змінювати образи. Тож варіант номер один показуйте. Сейчас я вот предлагаю самый привычный, так раньше носили наши бабушки в этом сезоне. Этот вариант сошел к нам прям с подиумов. Вот такой вот очень трендовый и стильный образ. Смотрится очень мило и лаконично. Если же вы не любите вот такие аксессуары, мы завязываем его назад. Это уже больше по-сучастнейшему. Это более современный. Одевая очки, мы придаем образу загадочності і таку от некую ізюмінку. Добре, йдемо далі. Хоч зима вже і відступила, втім у квітні вечори ще прохолодні, тому хочеться, щоб ви показали, як зігріти шию. Варіант номер два. Для такого варіанта я беру платок, который немножечко меньше. Мы завязываем его, как привыкли, вокруг шеи. Это может быть не обязательно платок, который шелковый, это может быть бандана. Вот так вот повязав платок, просто легко, уже образ смотрится более современно, стильно. Если же вы работаете в офисе и хотите дополнить свой образ чем-то более интересным, добавить некую изюминку, выбирайте, повязывайте точно так же, выбирайте просто светлые оттенки, которые красиво подчеркнут ваш цветотип и лицо. Прекрасно. І третій варіант, наскільки я пам'ятаю, ми додавалися на руку, так? Да. Як це правильно зробити? Сейчас в моді пов'язати вот на руку, вот так вот ми просто обв'язуємо. Тим самим, якщо ви, к примеру, любите аксесуари, но у вас уже всі приєлись ваші привичні, ви можете зав'язати шейний платок, оставляя вот такие вот легкие хвостики, тем самым вы придаете образу легкую, такую вот непринужденную, ваш образ становится интересным и более летящим, порхающим. Когда вы будете идти, хвостики будут так красиво развиваться, и это будет завораживать мужчин. По весняному, скажем так. Да. Добре, йдемо далі. И еще я бачила, что хусточки повязывают замість пояса. Да, действительно так и есть. Если, к примеру, у вас под рукой не оказалось пояса, а вы хотите сакцентировать свое внимание на брюках, вы просто вот завязываете вот таким вот образом, и ваш образ уже смотрится более ярче, современней и загадочно, интересно и стильно в тот же момент. Я с вами полностью погоджуюся. І ще один варіант – це хусточка у волоссі. Показуйте, як це виглядає. Мой любимый, чесно, сама часто вибираю собі такий варіант. Це варіант челми. Тот случай, коли вам потрібно довго літніми днями знаходитися на сонці, ви берете вот такой вот платок, продіваєте, о, у нас тут все поплыло, продіваєте його вот так, хвостики повязуєте вот так вот назад, и у вас получается вот такая вот необычная челма, которая защищает вашу голову от солнечных лучей. Второй вариант я хочу вам предложить, который, наверное, наши модные телезрительницы возьмут себе на вооружение. Вот такой вот яркий платок. Мы повязываем как резинку. Это тот вариант, когда, к примеру, под рукой не оказалось резинки. И может, треба зібрати волосся швидко, так? Да, вот мы вот так вот завязали. Очень красиво смотрится, потому что у нас вот волосы, здесь вот яркий акцент, красивый аксессуар. И такой вот варіант отлично смотриться з волнистими волосами. Як на мене, стильно, оригінально і досить таки сміливо. Ну що ж, я щиро вдячна, що ви сьогодні разом із нами прокидалися, посміхалися і ділилися порадами. Спасибо. Ось так, як бачите, всього одна хусточка у гардеробі, трішечки фантазії, і щодня можна змінювати образ. Тож експериментуйте і сміливіше саме цього сезону, цієї весни.